Пошла съемка? Да. Люди, а вы скажите, почему шапка плачет? Да. Жалко мне, конечно, его. Но я ему, наоборот, совет дал. Чтобы, если он хочет с ним помириться, чтобы он не снимал такое видео. Он, наоборот, себя оттолкнет. Эти. Да ладно, сейчас видео не про это. А про что? Просто как мы идем за тортиком. Конечно. А ты взял пакет? Друзья, ага, друзья, короче, мы идем сейчас, купим тортик шоколадный и чай. Это у нас чай кончился, и к чаю захотелось нам тортика. Вот, друзья, ночная Москва. Пойдем? Правда, видите, уже темно, поэтому качество съемки не особо хорошее. Ну, даже с подсветкой, но она полностью все равно не помогает, не освещает. Сейчас мы, друзья, пойдем тортик себе купим шоколадный. Будем кушать его с чайком. И запишу вам тогда видео, как я тортик ем. И они все позамерзали. Мороз ударил, и они сразу замерзли все. Да, когда темно, конечно, качество съемки не особо. Ну да. А ты любишь торт? Я? Да. Я не... Скажи, что ты не любишь? Не люблю. Да, ты все любишь. Ну, я не люблю горох, фасоль. А так, в принципе, да, я не привередливый. И побольше, да? Большую тарелку первого, большую тарелку второго, огромную кружку литровую чая, еще к чаю чему-то. А через полчаса можно это все повторить. Вот так Женя ест. Я много ем. Нет, ну я могу вообще не есть. Ну ты раза в три больше меня ешь. Пофигу, да. Если есть, я могу много. Я могу только одно первое съесть или одно второе, и мне достаточно. Если бы наесться, да, мне именно так, я много ем. Охренеть. Ну, так я и вешу столько. А, я же из этого. Так немного, в принципе. А я наоборот похудел. Весил 87, а сейчас 78. Максимум я 105 весил, прикинь. А минимум... Москва, золотые купола. Чтобы люди знали, где мы находимся территориально. Да зачем? Зачем вам знать, где мы территориально находимся? Чтобы наши если что. Знают, что Москва и все. Вот смотри, Останкинская башня, красивая, когда подсветка. После этого видео найдешь комментарий, я найду тебя супер. Женя, привет, Женя. Камера что-то, блин, плохо фокусируется, зараза. Иногда хорошо снимает, а иногда вообще фокус как-то сбивается и это было. Расплывчато снимает. Вот этот тип, короче, ну, ты когда за складом работал. И чё? Ну,
шучу. Ну я ж 18 человек был в чине. Там коллектив классный, вообще. До сих пор он обидный. Дружбанный. Меня там уважают. Вот она, ночная Москва, друзья. Москва, Москва-Сити. А прикинь, так снимаешь. Кто-нибудь на машине остановился, там типа, чё ты меня снимаешь? Прикинь, разборки там. Пошли. Не, некоторые же люди там даже, они не попадают в кадр, ты вот идешь с камеры, они там начинают возмущаться, что ты снимаешь. А вообще не имеешь права позвонить. В общественном месте ты полное право имеешь снимать. Да. Только мне ментов нужно. В общественном месте ты можешь снимать все, что угодно. О, вот здесь нормально съемка видит. Попали в кадр там. Попали в кадр колоритные люди. Не видно ни хрена там. А фронтальная сколько у тебя? Да я не знаю, надо посмотреть. Не, так вообще это фигово снимают. То хоть она с подсветкой с той стороны. Блин, а ветер холодный. Блин, все фокус сбивается, блин. От автобуса сразу тепло такое идет, да? Было построено, а сейчас нет. А сейчас говорю нет. Зашибись, если там будут это требоваться. Вместе будем, да? Ну, когда освещение нормальное, оно нормально снимает. Нормальное качество. Друзья, короче, купили мы торт. Торт называется Прага. Сейчас придем домой, будем его кушать с чаем. Тортик, тортик Прага. Скажи, скоро здесь монорельс будет. Да еще неизвестно, будет тут монорельсовая или... Нет, это как на теме ряда. Тут же вон, видишь, где же там. Монорельс – это поезд по небу. Что ты несешь? По высоте есть. Уже отпонамыз, да, хаптада? Хаптада есть. Генген, кельнайн, бумаган, бэттэн. Как в Японии. Скорость такая. Да, но...
Вот сейчас бы мы и шли, бы они бы сейчас нам вопросы. Будет все поверх, выше здесь ставить. Вон, аж туда. Это мы на лице. Вон, видишь, база. Сейчас скоро мы будем по воздуху.